Весна – это не только время, когда все начинает пробуждаться и цвести, но и время, когда все начинает таять. Традиционно с наступлением марта к нам в редакцию обращаются десятки красноярцев с жалобами на сосульки. И, судя по заявлениям, такая проблема есть практически в каждом дворе. Вот, например, на Урицкого 41 висит такая огромная глыба, которая свисает до балкона верхнего этажа. И вот, судя по всему, ситуация будет только усугубляться с наступлением плюсовых температур, потому что сосулька может в любой момент сорваться и покалечить любого. Причем больше всего таких ледяных сюрпризов можно увидеть именно на крышах жилых домов. Только за последнюю неделю в редакцию новостей ТВК обратились несколько красноярцев буквально с мольбами помочь. Например, с проблемных территорий дома на 60 лет Октября, Вавилова, Волгоградской и Кольцевой. И это не полный список. Жители этих домов рассказывают, что ни красной ленты, ни табличек об опасности просто-напросто нет. Сейчас же, говорят горожане, ситуацию спасает погода. Большинство ледышек за день растаяли. Но учитывая температурные качели, которые ждут нас впереди, люди просто боятся ходить возле домов. Вот она упадет. Вот мы стояли вот здесь, вот вчера вечером, вот здесь такой грохот был с этого дома. Мы аж напугались вообще. Ну, с одной стороны, конечно, снегу много в этом году, как никогда. Ну, конечно, кто-то должен следить, управляющая компания. Вот видите, вот тоже снегу это. Сейчас при мне с крыши свалилась. Хорошо, что я чуть подальше шла. Не опасно, не боитесь ходить там? Ну, а что делать? Из дома выходить все равно надо. Ну, хотя бы ленты сделать, чтобы как-то обезопасить. Все равно дети в школу ходят. Причем эта проблема в Красноярске уже устоявшаяся. Из года в год, как только в город приходят плюсовые температуры, жди новостей о пострадавших от сосулек людей. Ледяные глыбы калечили и пенсионеров, и детей. Были и летальные исходы. Например, в 2016 году от удара сосульки погиб водитель автокрана. Красноярец помогал работникам управляющей компании очистить крышу дома на Мира 112. И даже спустя 5 лет об этой ситуации помнят. А специалисты ЖКХ предупреждают, чтобы подобного больше не произошло, необходимо сразу обращаться в свою управляющую компанию. Если же она бездействует, вам прямая дорога в стройнадзор. Если мы понимаем, что управляющая компания в принципе бездействует, имеет смысл обращаться в надзорные органы службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. По факту нарушения будет выдано предписание управляющей компании о его устранении. В случае игнорирования управляющая компания будет привлечена к административной ответственности на сумму до 250 тысяч рублей. Плюс ко всему, если в доме есть муниципальное жилье, хотя бы одно помещение, в этом случае можно обращаться в адрес администрации города, департамента городского хозяйства, для того, чтобы уже механизмами муниципального жилищного контроля своими силами администрация уже на управляющую компанию повлияла. Но бывают и случаи, когда управляющие органы не только не следят за очисткой крыш, но и сами могут стать источником проблем. Например, сегодня наш телезритель рассказал, что сосулька со здания администрации железнодорожного района упала прямо на его автомобиль и повредила капот. При этом, как заверил мужчина, ни лент, ни знаков «Осторожно, сосульки» на здании не было. Сейчас он намерен обращаться в полицию. В самой же администрации нам рассказали, что проблема со сходом снега действительно есть. Но появилась она только сегодня из-за теплой погоды. Вот и не успели поставить предупреждающие знаки. Юристы говорят, что в таких случаях, когда красноярцам повредили имущество, нужно сразу вызывать участкового, проводить экспертизу и направлять в письменном виде претензию в управляющую компанию, а затем и обращаться в суд. Либо мы можем идти сразу в суд с исковым заявлением по закону о защите прав потребителя, либо мы имеем возможность снова написать претензию в управляющую компанию, предложить им уже на основании экспертного заключения выплатить денежные средства по ущербу. Управляющая компания никогда и не идет, и ничего не платит. Они ждут решения суда. Поэтому идем в суд, выигрываем это дело. Причем вероятность выиграть этот суд, говорят юристы, почти стопроцентная. Полина Михальчук, Александр Кальтер, новости ТВК.